Я заходила, она в коробке спала сначала. Где-то в час ночи. И когда она к тебе пришла? Ты выспалась, да? Деток проводила в школу. Я буду монтировать влог вчерашний. И потом посмотрим, что там делает наш котенок. В принципе, Бонни очень хорошо отреагировала на котенка. Она не гавкает, она не рычит, она ей очень интересно. Она хочет понюхать, подойти поближе, но котенок не дается. Начинает шипеть, рычать, и тогда она боится и уходит. И мне кажется, даже ей уже хочется немножко поиграть, потому что она так как-то начинает вилять. Она пока боится, она должна освоиться, и мне кажется, потом уже будут они вместе ладить, играть. Ей очень интересно следить за хомячком. Она постоянно смотрит на клетку, когда он бегает там, сверху садится. Вот, поэтому уже такая более игривая, подходит, не боится. Почти всю ночь у Ксюши на подушке спала она. Вот. Ну, посмотрим. Время. Дадим ей время немножко. Приятного аппетита. Папа наш на работу вышел. Завтракаем. И я буду влог монтировать. Какой заляпанный экран. Быстро сейчас смонтирую и выложу. Время 9:26. Привет. Мы тут гуляем. Привет. Ну, уже Макса вон поцарапала. Она просто лапку потянула, и он был рядом. Гавкаешь. Иди, моя иди. Мама, ты мне обезьянку купила. Угу. Зачем мне покупать? Говорю, нет, но она хотя бы покупать мне дает. Не знаю. Хочешь тебе купить сок? Макси, вас так. Угощает тебя. Когда угощают, надо брать. Иди, моя иди. Бонь, это ты не пьешь. Бонь. О, еще. Кто там пришел? Кто она там пришел? Рычит? Да. Нет, Бонька не рычит, она рычит на Боньку, да. Еще пришли девчонки. Не-не-не, не надо в руки брать, она поцарапает. Мира, ты мир и со Макси и Кара. Ну, боится. Слушай, мы с Люком везем эту меру, это шлаф, она царапает? Она? Да. Девочка, спрей? Спрей, не знаю, где. А тихонечко, Кара, не так грубо. Ты в футболке сегодня просто ходила? Нет, у меня толстовка была. Я сняла, потому что она И она у нас еще в туалет не ходила. Но она особо и не кушала. Нет, она особо и не кушала. Она не пила? Ну, она кушала. Чуть-чуть она покушала, да? Вчера тоже. Но она не... Я не знаю, я ей водичку ставила. Она водичку, не знаю, пила, не пила, но она еще не писала, не какала. У нее сейчас стресс, поэтому, мне кажется, ей сейчас не хочется. Давайте ручки моем, обедать, кушать. На обед у меня сегодня куриный супчик с клёцками. Так, ножки у меня уже сварились, я потом их разделю и мясо брошу в суп. А сейчас я буду закидывать. Жидковатое тесто. Они у меня большие такие получились. Просто огроменные. Хотела поменьше сделать. Ну ладно. Как она там у нас поживает? Уже играет. Водичку попила немножко. А то вчера вообще целый день ничего не пила. Ой. Она боится выходить вот из этого, да? Она боится из домика своего выходить. Ну, поймала. Давай, выходи. Миш не хочет. Через 6 недель можно. Что через 6 недель? Вот это. Ей уже 2 месяца. А, ну все, тогда можно попробовать. Алло! Она играет. Ну-ка. Вкусняшку. Давай. Что ты делаешь? Уроки. По какому? Мать-мать. Матеша? Мать-мать. Матеша. Все мороженое съела.
Это что, мешки с картошкой? Нужно не почитать. Знаю. Она, между прочим, еще в туалет у нас не ходила. Но она мало пила. Вот только недавно водичку попила. Вот так вот я смотрю здесь комочков. Это вот ее старые комочки, которые с собой мы привезли. Кушай. Кушай, кушай. Поела уже, что ли? Не успела. Только взяла камеру, и она закончила кушать. За сегодняшний день она первый раз кушала. Все? Или еще будешь? Не будешь? Что она делает? Играет. Доброе утро. Всем привет. У нас котенок перепутал время. В общем, у него график сбился, у нее. Она у нас целый день спит, а ночью она играет. А сегодня ночью она спать не давала Ксюше. Она, кстати, спит только с Ксюшей. Ксюша, она тебя выбрала. Поэтому спит она только с Ксюшей. Больше ни с кем. Она здесь у нас уже третий день. И она уже все, она ходит где хочет. Лазит где хочет. Ну из-за Боньки это проблема. Ну да, немножко она к Боне еще пока нет, не привыкла. Не давай ей грызть, чтобы она не проглотила. А? Она, нет, я ее в комнате буду закрывать, все буду уходить. И это, у Бони есть к ней интерес, она не боится, она хочет с ней поиграть. А вот, а котенок нет, не хочет. Видите, как сразу дыбом встает. По морде треснула один раз вчера, но не сильно. Как хорошо солнышко вышло. Да что ты мяукаешь? Ты боишься пылесоса? Я тут хожу, убираю. Ты испугалась? Солнышко какое сегодня. Неделю, наверное, солнца не видели. Лучей солнца. Быстренько хочу пропылесосить. Здесь стоял лоток. Единственный минус в ее наполнителе, так это то, что постоянно везде валяется этот мусор. Когда она выпрыгивает из лотка, цепляется за шерсть, и вот потом вот так вот все валяется, приходится сразу пылесосить. Чего ты, моя хорошая, мяукаешь? Ты боишься? Не бойся. Не бойся. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Кстати, писает она у нас в лоточек. Вот она. Шарик скатался. Вот он шарик. Это она ночью сходила. Все, закончила. Закончила я все. Больше не буду. Ты хочешь слезть? Пойдем. Не хочешь? Пойдем ко мне. Пойдем. Валет, не хочешь? Нет. Ты такая смелая стала. Везде бегает уже все. Просто везде. Везде все проверяет. Ей нравится играть с этой пальмой. Она поднимается сюда на диванчик, либо снизу тоже ловит веточки и играет с этой. Надеюсь, она мне не погрызет ее. Бегаем везде, да? Ты шустрая такая стала. Вот буквально за 2 дня, на третий день, даже вот вчера, со вчерашнего вечера, она уже все, она уже начала бегать. Не знаю, как будем потом делать, когда у нас будет тепло, ведь мы же открываем вот эту дверь. Вот, чтобы она у нас не убежала. За диван побежала. Ку-ку! Так, землю не трогать. Угу. Пошла себе игрушку. Нельзя туда. Нельзя. Нельзя там играть с землей. Нельзя играть с землей. Ты даже и не думай. Ты мяукать стала так много. Пушистик. А, Пушистик? Чего? Чего ты хочешь? Иди. Чего ты ищешь? Кушать? Пойдем кушать. Будем завтракать с бабулей. Буду готовить завтрак.
Не нравится? Такой искусственный мех. Я себе заказала померить. Что? Не нравится? Да, мне нравится. Это я себе взяла на размер больше. Я вообще 36-й ношу, это 38-й. 38-й. Я себе на размер больше взяла. 40-й был бы хорошо мне, да? Ну да, потому что это маленький тебе. А? Это маленький. Вот 40-й был бы самое то. Ну да. Хочешь себе такую? Да вот я не знаю. Ну неплохая, шарфик и... Ну хорошая, она такая тепленькая. И еще у меня две коробки пришли. Вот они большие, одна большая. В общем, я заказала несколько вот таких вот шубок. Посмотреть, какая понравится, мне не понравится. Опять же, я ни за что не платила. Мне тебе 40-й, да, надо. 38-й маленький будет. Я еще заказывала шапку. Это что? А, это пальто, что ли? Кстати, да. Я черное пальто вернула. Вернула, потому да? что на него прям весь мусор липнет. Я вернула черное и взяла померить серое. Такой же фасон, только серенький. Следующая коробка. В общем, всего у меня вышло где-то на $800. Я ничего не платила, я просто заказала. Если мне ничего не понравится, я могу вернуть это все. Я не должна ничего покупать, если мне не нравится. Вот еще одна. Это теддики, называется тедди. Сейчас будем мерить. Это тот же шарфик. Я несколько взяла, посмотреть, какой больше понравится. Так, померяем сейчас. Маргарите такие не нравятся. Я у нее спросила, хочешь себе такого тедика? Такие пальтишки, да? Да. Она говорит, нет, мне такое не нравится. Я говорю, ну ладно. Так, вот одно. Угу. Как овечка, как овечья шкурка. Но оно не такое толстое, как то. То более потолще. Есть кармашки боковые, есть кармашки вот здесь. И... Не знаю. Зимой будет холодно в этом или нет? Холодно будет. Зимой. Там написано зимнее пальто. Написано зимнее пальто. Вот такой цвет. Бонечка, потихонечку. Она тебе сейчас это... Точно, да. Так, еще одно. Цвета похожие практически все. Они все коричневые. Черные я не захотела. Мне черные не нравятся. Так, вот еще одно. Все ушло из обытия. Здесь тоже кармашки. И здесь не пуговицы, а эти заклепки. Еще вот такой мишка. Темно-коричневый. Получше. За примерку ничего не беру. Нет, ничего. Я просто отправляю и все. Но вот это, мне кажется, сильно большое будет. Мне что-то даже не очень оно. Это очень большое. Это огромное просто. Это как мишка. Застегивает тоже. Я себя, честно, чувствую мишка-медведь. Мне не нравится. Странно как-то выгляжу вообще. Огромное просто, это что такое? Одна фото смотрелась прикольно. Ну, может быть, то, что размер я взяла не свой. Не знаю, если бы был бы мой размер, может быть, посмотрелась по-другому. Вот эта шапочка хорошая. Она прям плотная. Я не знаю, я шапки вообще не ношу. Ты покушала? О, еще пришли девчонки. Она тебе сегодня порядок наводила на твоем столе. Ты не слышала? Ковырялась у тебя там на тумбочке. Не двигала там всякие баночки. Вот это все. Это свинка с монетками. Она ее чуть не уронила, выкинула. Эй! А зачем ты резинкой завязала? А почему я так? Мешает? Да. Вчера заплела ее. Косички ей заплела. Знаете почему? Потому что она не хочет утром расчесываться. Это чтобы не расчесываться. Да. Проснулся, зубки почистил, оделся и все, и пошел. Да? Она уже не боится. Везде бегает. Нужно смотреть, чтобы она не грызла. Вот игрушечка другая. Бонни хочет с ней поиграть. Киса не хочет. Стелила ей эту сторону, потому что она здесь запрыгивает. Когда она запрыгивает с пола, то она не допрыгивает и цепляется. Поэтому пусть вот так будет пока. Вот сюда она нормально допрыгивает, а здесь уже выше. Мне нравится наблюдать за Бонькой.
Она боится, но ей в то же время интересно. Позвала меня Макс. Мам, пойдем в Лего поиграем. Села мама играть. А Макс ушел играть с котенком. А я дальше сижу, играю. Строю. Когда Маргарита с Ксюшей были помладше, мы часто покупали Лего. Но, в общем, они все уже перепутались здесь. Кстати, я себе ногти перекрасила. Надоел мне тот цвет, были розовые блестки. Вот решила вот так вот. Сегодня мы будем выбирать имя котенку. Нам нравится несколько. Писали очень много вариантов, которые нам понравились. Писали в Инстаграм, в комментариях под видео, под влогом. Вот. Это у нас она Киса, Киса. Мы ее никак не зовем, она Киса у нас. Может, так и назвать ее Киса? Ты чего тут одна лежишь? Девочка моя. Чего ты одна лежишь? Так я не посмотрела шарфики, которые я заказала. Сейчас хочу распаковать. Ну, в общем, посмотреть качество какое. Так, давайте посмотрим этот. Такая вот расцветка. Теплый. И тут кисточки висят. У нас, я даже не знаю, как шарф завязывать. Я знаю, что шарф носят еще вместо шапки. Видела я как-то видео, показывали. Как-то сюда. Вот этикетка. И это тоже сюда. Вот так вот как-то надевают. Бонь, ты что на меня смотришь? Получается, Аленушка. Ой. Да, Бонни. Тебе так нравится? Ой, вот такие кисти. Буду мерить, я научусь, как это делать. Одну сюда, одну сюда. Убираем. Мне кажется, ей очень нравится. Она прям приходит меня целовать. Ты что делаешь? С косточкой играется. Такая вот текстура у него. Цвет такой немножко розоватый, что ли. Какой классный. Очень-очень-очень такой приятный. Уйди. Уйди. Я так, конечно, носить не буду. Я просто шучу. Ткань очень мягкая. Вот. Такая вот шапка. Не знаю, идет мне или нет. Как вы думаете? Но вот это вроде ничего. Цвет такой мне нравится. Нужно еще померить. Вместе с курточкой, как смотрится. И на Северный полюс. Все. Вот он, полный образ. С шапкой, с шарфиком и с тедиком. Мне нравится. Мне нравится длина. Я люблю, когда ниже колена. Вот так вот. В принципе, мне так нравится. И с шапкой, и с шарфиком. Теперь нужно определиться, какое пальто взять. Пришел ребенок со школы в шортах. Сколько градусов на улице? Не знаю. Еще плюс холодно. Плюс, наверное, 5 где-то. Мы там играли в футбол, было так жарко. Девочки, но мы выиграли. Вы выиграли? И Вивиан сказала, если я больше гол забью, чем она, значит, она мне капельцу купит. А если она больше, чем я, ей должна капельцу. Такой большой. И ты больше забила? Конечно. Да мы ее ищем по всей квартире. Я думаю, куда она делась? А вот этот ребенок, вон, посмотрите, как спит. Вообще вот так вот, если проходить мимо, вообще не видно. Я потеряла кошку. Мама, давай. Все сделала? Ну-ка. Если здесь надо рисовать. Ой! Упс! Каролина, ну ты что такая невнимательная? Какая мышца? Тут. Потянула, значит? Больно ходить. Ну, потянула сильно мышцу. Полный. Карандаши были, фломастеры, вот это все, что осталось. Вот, ребенок, от тебя карандаши убегают, что ли? Да. Да? Это как мой папа. Это как мой Дадыр мультик. Убегает одежда, убегает все от мальчика. Все убегает. И вот у тебя тоже, да, убегает? Твоя канцелярия от тебя убегает. Где они у тебя валяются? Нет, у тебя был целый набор, я тебе покупала. Они ушли. Куда ушли? Нет. Да. Так нельзя, Каролин. Я сейчас буду. Так. Готовлю. Ты йогурт хочешь? Ну, там уже есть же открытый. На. Так, что я сегодня буду готовить на ужин? Это грудка индейки.
И пока она здесь маринуется, я сейчас отварю в мундире картошку. И потом это все вместе буду запекать в духовке. Вот. Поставила. Сейчас это все запьем. Картофель. У нас здесь продаются разные виды картофеля. Например, картофель для салата, для супа, для пюре. И, не знаю, это, наверное, удобно, но я иногда просто картофель покупаю, не смотрю, для чего он. Я у нас тоже сделала пюре, а эта картошка была не для пюре. И пюре не получилось, оно было комочками. А здесь, я не знаю, не написано для чего. В мундире или не в мундире варить. Вот, поэтому... А, я все сварю. Вот. Не знаю, для чего. Тут не написано, просто написано. Сорт Аннабель. А кто его знает, что это за сорт Аннабель? А, да, это для салата. Вот, здесь вот написано для салата, значит, пойдет. Это не пойдет, эта картошка не пойдет для пюре. Только для салата. Либо вот в мундире. Так. Чистим картошечку. Да? Да. Уходит в духовку. Минут 40 я поставлю. Бонни, иди ищи кису. Где киса? Ну-ка ищи давай. Мы опять кису потеряли. А, вот где киса. Вот она, Бонни. Нашли кису. Она тут сидит. Тихонечко. Кисуня. Мяу. Мяу. Я надеюсь, готова. Выключаем. И достаем. Осторожно, 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 осторожно. Та-да! А она у нас теперь сама ходит гулять. А, смотрите, у нас уже украшают. Нам тоже уже украсили. А когда мы будем украшать? Красиво. Вон там тоже уже украсили. Бонни, давай быстрее, холодно. И вон там тоже украсили. Ну все, нам тоже нужно уже. Пойдем, заходи. Бонни, заходи. Давайте будем украшать на эти выходные. А? Только елку пока не будем ставить. Садимся кушать. Режем индейку. Приятного аппетита, садимся. И салатик у нас еще. Картошечка поджарилась прям так хорошо. Отлично. Салатик. Все, приятного аппетита. Как наш папа разговаривает с бабушкой на русском? Шампанье на здоровье. На здоровье, он говорит, когда пьют вино. Или... Надо что-то делать, потому что говорит на здоровье. Спасибо, я говорю, на здоровье, кушать на здоровье. Кушать на здоровье. Кушать на здоровье. Водка не только, на здоровье. Не только пить водку там или еще что-то, алкоголь на здоровье, еще и кушать на здоровье тоже. Не то кушать на здоровье, водка на здоровье. Нет, чай, кофе тоже на здоровье. Говорит, спасибо, будьте здоровы. Говорит же, будьте здоровы. La película no está así. Он говорит, в фильмах так не показывают. Будьте здоровы. Он говорит, в фильмах так не показывают. В фильмах пьют и говорят на здоровье. На здоровье Бонни. Спит ребенок. Устала. Устала, бедняжечка. Набегалась, наигралась.
Да. Чай. Я не хочу чай. Вон, пей кофе. Конфету? Кофе пей, нет. Нет конфеты? Нет, не надо. Не надо кофе. Печенье? Не хочу. Каченку? Не хочу. Печеньку? Печеньку. Печеньку. Хочешь печеньку? Баба, хочешь печеньку? Нет, не хочу. Не хочу печеньку. Не хочу печеньку. Чай? Не хочу чай. Хлеб? Хлеба тоже не хочу. Не хочу. Не хочу я. Ну что, ребят, мы готовы назвать имя нашей кисы. Кису. Как ее зовут? А зовут ее? Маргарита. Нет, шутка. А зовут ой, ее? Куда ты? Шрек. Шрек. Нет. А зовут ее? Фи. О. Фиш. На. Фиш. Нет, зовут ее Фиона. Кошелочка, долго мы выбирали, Фиона, писали Фиона нам. Везде, да, и в Инстаграме, и под видео в Ютубе. Тоже очень часто писали это имя. Самое популярное имя было Луна. Тучка. Луна у нас уже была, есть кролик. Что? Только не та Фиона, которая в Шреке. Да. Просто Фиона. Нет. Завтра пятница уже. Конец недели. Но мне нужна новая ручка и новая стирательная ручка. Опять? Просто, ну как, просто ручка. Качается. Просто ручка и стирательная ручка. Потому что одна у меня поломалась, вот эта вот стирательная ручка, она у меня поломалась. Ну в этом возьмем потом. И потом вот у меня закончилась ручка. Здравствуйте, Фиона. У тебя еще два билета в кино? Да. Ну, с Ксюшей сходи. Лоб за маской замазала, что ли? Да, да, да. Еще один чувак вышел ночной. Всю ночь он гоняет в колесе. Всю ночь гоняет в колесе. До самого утра. Все, всех животных. Кам. Только не, он тебя укусит. Он тебя укусит, потому что он боится. Он меня укусил. Ты готова? Куда пошла? Надо туалет принести. Ксюш, что туалет не принесла? Ты мне не говори. Игруля. Игрулечка маленькая. Игруля ты маленькая. Игруля. В комментариях писали, что кто хозяин этой кошки. Пусть будет Ксюша хозяином. Кошка сама выберет себе хозяина. Она кого посчитает нужным, того и выберет. Меня не будет. Пока что она с Ксюшей больше находится. Она спит с ней всю ночь. Да, Кисунь? Пока она больше к Ксюше. Ты все, да? Ты уже начинаешь играть. У тебя время пришло играть. Не надо. Я знаю, что я неправильно закрыла. Так, провода тоже она может грызть, между прочим, Маргош. Она провода тоже может грызть. Куда их убрать? Я не знаю. Может, вот сюда вот. В эту. Давай вот сюда уберем. Все. Пойдем. Там уже спят детки наверху. Все, ребят, всем спокойной ночи. Мне еще на кухне убирать. Увидимся в следующем видео. Пока.